Твери проходят мониторинги прибрежных зон в целях предотвращения несчастных случаев на льду. Их проводят сотрудники ГИМС МЧС России по Тверской области и муниципальное казенное учреждение «Спасатель». Сейчас сохраняется преимущественно плюсовая температура, ледяной покров водоемов стал неоднородным и хрупким. Выход на него представляет опасность для жизни и здоровья людей. Зима еще не сдается, но весна уже вовсю стучится. И вы сами, глядя на Волгу, можете посмотреть, что лед стал рыхлый, пористый. И поэтому чрезвычайно опасно вступать на лед. У нас везде размещены таблички с тем, что это опасность. Все равно у нас есть экстремалы, которые пытаются перебежать через Волгу, через Тверцу. В общем, через все наши водоемы, которых у нас в достаточном количестве в нашем городе. Наши спасатели, безусловно, патрулируют водоемы совместно с главным управлением. Отдельно хочу предостеречь родителей, чтобы смотрели за детьми. Как бы не было интересно покататься на льдине, отколовшейся, все равно это очень опасно. Самое лучшее предостережение – это просто не заходить на лед.